Жительница Личинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края. Ранее СК сообщил об уголовном деле. Возбужденном в отношении 27-летней женщины, которая, по версии следствия, утопила двух своих детей. Расследование взяла под личный контроль глава СК Александр Бастыркин. Источник утверждает, что женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая 1,5-месячная дочь. Он добавил, что женщину удалось спасти, она не пострадала. По данным правоохранительных органов, женщина окончила Московский государственный технический университет имени Баумана, работала в Личининской инженером.